Привет, единомышленники, привет всем, кто меня смотрит. В общем, выкатил на ваш обзор свой очередной паровоз. Вот такой у меня крокодил получился. Доволен я своей работой, своим крокодилом. Вот смотрите. Размеры хорошие. 900, 450 глубина. Решетка. Раз, решетка два. Решеточки, видите, как держатся, чтобы не падал продукт. Вот так вот положил и задвинул. Также сделал, кто смотрит, конечно, я уже показывал это, да? С желобом пластина. Дым идет под пластиной и уходит в трубу. Смокер реверсивный. Жир, конденсат, когда в зимнее время конденсат, он утекает у нас и уходит в ведро, скажем. Так что сделал вот такой столик хороший, с двух сторон, как по желанию заказчика. Заказчик меня попросил такой сделать, угловой. Также переходим вот сюда сейчас. Сейчас решетку поставим к фейербоксу. Крашу, хочу сказать, вот такой краской термостойкой. Она, ну, фейербокс все равно надо подкрашивать, когда за ним ухаживать, подкрашивать, потому что облезает. Но краска какая-то, она самоприлепляющаяся, говорят так, в смысле, по инструкции. Его надо сначала прогреть немножко, смокер, чтобы она вроде как на горячую прилепляется сама. Поэтому, кто не знает, в смысле, чуть-чуть небольшую температуру и не сразу же, в смысле, сильный жар. Ну, в общем, переходим к фаербоксу. Также вот у меня здесь сделано, видите, здесь сковородочку ставить, пластина такая, ну, в смысле, чтобы можно было сюда поставить, ну, соус сделать или что-то, чтобы горяченько было сюда. Ее убираешь, здесь можно положить, ну, еще одна пластина у меня есть, просто не принес сейчас, под казан. Также сделана решетка вот такая, вот смотрите, она съемная. Это когда надо мне вот запечь, как по системе гриля, допустим. Вот. Я взял и на этой решетке, ну, обработал ее маслом. Сейчас вот маслом хозяин обработает, подсолнечным маслом, чтобы она как сковорода, в смысле, этот, зачернилась вся. И также вот у меня здесь есть колосники. Они тоже переставляются. Колосники путем переставления колосников. Вот смотрите, все осталось. Получился мини-мангал. Это когда вот, ну, сидишь небольшой компанией. Здесь вот взял углей, сделал, даже здесь углей сделал, положил совочком, и все. И сидишь, вот тебе 6 шампуров, 7, пожалуйста. В общем, вот так вот он, сейчас переставлю. И вот смокер регулируется. Вот здесь вот подача такая кислорода. Вот, смотрите, видите, вот на дверце. Прибавляю, убавляю, я делаю температуру выше. Вот, и вот за счет вот этого тоже. Вот две вещи, потому что я доступ кислорода делаю, и, соответственно, жар поднимается, в смысле, в углях, соответственно, жар поднимается везде. Надо мне температуру убавить. Я перекрыл. Допустим, я дрова там сделал, в угли превратил. Я отрегулировал по термометрам. Вон там два термометра будут стоять. Отрегулировал, ну, чтобы было, скажем, 120. И забыл. И она у меня шурует сама по себе. Вот. Здесь вот такая ручка закрывается, очень удобно. Два колеса передвигаются идеально. Ребят, также хочу показать вам, что сделал. Тут я делаю сейчас на всех смокерах вот этот вариант, в смысле, чтобы доступ кислорода был здесь. Для чего это я хочу объяснить? Это когда, если смокер использовать как гриль, я, допустим, убираю пластину и угли сюда. Взял угли, сюда положил. У реверсивного не хватает кислорода. И под это регулируешь вот этим. Вот я регулирую, ну, в смысле, чтобы чик добавилось вот отверстиями. Ну, чтобы этот. Когда как смокер, оно закрыл, закрутил. Ну,
когда пользуешься как грилем, то чуть-чуть не хватает. Вот здесь есть, ну, в смысле, жар, а вот здесь нету. Поэтому я всегда делаю, чтобы его можно было использовать как гриль. Поэтому пробуйте, дерзайте, смотрите. Ребят, кому понравилось, подписывайтесь, заказывайте. В общем, или делайте сами, потому что я показываю там размеры, чертежи, в смысле, все на канале есть. Смотрите. Всем пока.